Всем привет! Сегодня вот такой маленький анонс весенней теплой погоды, которую нам обещают синоптики со следующей недели. То есть буквально с понедельника, даже с воскресенья, у нас температура воздуха уже будет начинать подниматься выше 10-15 градусов тепла. О чем это говорит? Это говорит о том, что наконец-то после зимней паузы я снова смогу начать заниматься под своим импровизированным фитнес-деревом, на котором привязаны автопокрышки, крючок для макевары, могу снова заниматься на ремнях. То есть эти ремни идеально подходят для отжиманий, для развития плечевого пояса, для развития грудной клетки, для укрепления рук. Если кто из вас не видел ранее на канале выкладки из моих видео, из моих занятий, из упражнений, какие делаются отжимания, какие делаются упражнения, то можете уже в этом году посмотреть новые, свежие видеовыпуски, в которых будет показано то, как я занимаюсь и каким результатом приводят такие вот упражнения. Даже мы как-то с ребятами устраивали соревнования, спорили, кто больше сможет сделать отжимание с хлопком. Ну, пока что я выиграл, потому что из всех наших, там было 3 человека у нас, правда, не так уж много, что не каждый готов принять участие в таких соревнованиях. У нас было 3 человека, и выиграл я, потому что я постоянно занимаюсь, потому что мне нравится отжиматься абсолютно не только на ремнях, но и от пола, на разных наклонных плоскостях. И я сделал 20 отжиманий с хлопком. Один человек сделал, который занимается в качалке и ходит на фитнес, по-моему, 10 или 11 отжиманий. А третий сделал буквально 2 или 3, и все. И тут же свалился носом, втюхался в плату. Говорю я это к тому, что да, у меня на канале время от времени идет реклама, пропаганда здорового образа жизни, пропаганда спортивного образа жизни. Не то, что борьба с курением, но я это не приветствую. Если кто-то считает, что одна сигаретка не помешает, то с моей стороны, увы, он не увидит никогда сторонника вот этого вот этой вот вредной привычки. Поэтому, ребята, следите за обновлениями у нас на канале. Подписывайтесь, если кто еще не подписался. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Смотрите наши видео, не только старые, но и новые. И не только новые, но и старые, чтобы быть в курсе всего, о чем у нас идет речь на канале, к чему мы подводим именно нашу тематику. Оставайтесь с нами. Всем позитива, всем добра. Увидимся под деревом, на лужайке, при отжиманиях на ремнях. Всем пока.